куда на сей раз держите свой путь, откуда получили приглашение? И с чем едете? Да, мы получили приглашение из Крыма, из Севастополя, от Министерства культуры Севастополя. И получили приглашение полгода назад. В общем, очень серьезно к этому готовились, потому что все непросто. Делаем такой как бы марафон-забег. Мы в Севастополь везем не только спектакли, мы еще и везем продолжение «Салюта Победы», эстафеты. Потому что мы посетим практически все самые значимые места. 3 июля мы на бульваре будем играть театр «Моя жизнь», красивый, позитивный спектакль, но сначала хотим показать наш замечательный танец «Дружбу народов». Как-то все сейчас актуально, и все очень важно, и то, и другое. И вот, везя эту красоту, мы подумали, что мы не готовили ничего специального. А в общем-то, получается, наш спектакль начинается танцем «Дружба народов», да, где мы выводим все народности и говорим о том, что, ребят, прекратите что-либо делить, да, давайте дружить, и пусть будет мир. И в Федоте, да, у нас на карте России появился Крым, который наш, да, и он уже из триколора состоящий. И все это как-то воедино слилось, и на все значимые памятники Великой Отечественной войне мы возложим цветы, скажем какие-то слова, причем скажем слова от сегодня Цовского района.